И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас и Димончик, как всегда, отличнейшее настроение. Сегодня мы играем в Гаррис мод на карте музей. Димончик, поздоровайся. Всем привет. Слышь, какая музычка классная. Да, крутая музычка. Так, ну что, пошлите, ребята, исследовать. Здесь, говорят, что-то страшное произошло. О, я зашел. Я не могу. Я тебя подожду здесь. Я толстый просто. Бенди сегодня много съел. Я, короче, тебя телепортнусь. Давай, ты пыхнись, вот. Смотри, какой Дина. Красавчик, да? Да. Нарисовано его не трогать. А, не кормить. Да? Да, не кормить рукой. Видишь, так теперь... Не дотрагиваться. А, нет, please, это... don't... ну, do not... Да я понял, просто прикалывайся. Так, здесь у нас тоже не кормить. А что у него лапки? Мне кажется, в реальной жизни у него лапы были больше. Чересчур они маленькие, да? Надо чуть-чуть побольше их сделать просто. Хотя, может быть, и такие. Сюда сначала первый этаж, потом на второй пойдем. Вот смотри, тут человек ходит. Да. Это вы мне продали пиццу вчера. Смотри, как он стрёмно смотрит на нас. Оглядывается. Типа, за мной иди. Идите, идите. Да, ты куда ты идешь-то? Там нету выхода. Блин, ну красивая карта. Мне интересно, куда он дойдет? Давай посмотрим. Он просто сюда дошел и обратно идет. А это охранник. Это охранник? Ну-ка. Зеркало какое-то обманчивое. Я не отражаюсь. Я вампир. О, я вижу в зеркале ничего. О, тут стекла бьются. О, а там нет, человек хотя... сидит какой-то. Давай посмотрим, что он делает. Ты его тоже убьешь? Наблюдается там. А куда-то а вообще мы идем? Тоже не музей. Тоже что-то другое. Проходим. Это что-то интересней. Мы тут чуваки стоят, что-то прикал. Подмышки сушат. Пацаны, вам починить? Починить вам? Сейчас чинитель мастер. Ого, он подлетел. А этот, смотри, вообще. Как будто ничего не случилось. Налегке стоит себе такой простенько. Это у него поза замерла. Да его можно и так... О, смотри. Во. Ты типа облокотил. Ребята, в чем проблема? Так, вам что-то нужно? Это наш самый лучший музей в мире. Упри его сюда, об этот угол. Во, вот так более реалистичней. Да? Да, кстати, так лучше выглядит. Так что, разработчики, смотрите, как правильно надо NPC расставлять. Да. Дверь можно открыть? Написано, огнеопасно, на самом деле ничего не взрывается. Давай проверим. Блин, такое чувство, как будто это железо титановое вообще. Его ничего не пробить. Давай. Ладно. Даже вот гранатомет используем. Плохо, нельзя туда попасть. Вот вообще ничего не ловит. А мы в другую сторону пойдем, Димас. Тут тоже не открывается. Вот. Может, где-то есть кнопки, которые открывают эти двери? Пошли мы поищем. Оттуда вы пришли, Димас. Где ты сейчас дверь хотел открыть. Мы оттуда пришли, да. Тогда нам сюда. Да, нам сюда надо. Вот здесь мы не были. Лестничка. Так, все по красоте. Вот там второй этаж, короче, был, а здесь у нас... Вот, а здесь тут человек. Мёртвый. О, наверное. Это мы на втором этаже. Да. Ребята, если вы кушаете и пьете, приятного аппетита. И водичка пейте. О, а тут комнатка. Типа отели еще есть, или что тут такое? Тут здесь комната с игрушками. Где? Тут сзади тебя. Пробежал мимо. Да? А тут просто все такое. Смотри, какой прикольный номер. А тут единственный номер, который открывает. А что с игрушкой? Она как будто шевелилась. Показалось. Это кто вообще такой? А, это динозавр. Так, я его возьму себе. Плюшевую. О, даже душевую кабинку можно открывать. Классно. Да? Угу. Хотел бы здесь жить? Не, не хотел бы. Как-то здесь стремновато. Да. Ни одной души живой. Там есть люди, но они какие-то стрёмные. Да, они вообще неадекватны. Так, а здесь нас должны кто-то встречать, никого нету. Всем пофигу. Смотри, у них даже светильники железные. О, лифт, смотри, Димон. Лифт? Угу. Смотрели, да? Не знаю, на лифте не ездил. Поехали, смотри. А, да, мы все уже осмотрели, давай наверх глянем. Откуда? Я не знаю, куда он едет. Да? Тут только вниз главное, стрелочка. Главное, что он едет. Угу. Это уже хорошо. Во. А, это мы вниз спустились, наоборот, Димас. Да.
Наверх, да. Давай наверх. Давай. Это мы сейчас туда вернемся, на то место. Ирина, прикольно покататься туда. Так. Так, это первый этаж. Понятно, это мы уже здесь были. А мы выше можем второй? Еще? Не, только вниз. А, выше нельзя. Печалька. Да, жалко, жалко. Сейчас я найду. Аниматроник! Ага, я бегу. Ты тоже бежишь? Димон, может... О, подожди, эта дверь открыт... открывается. Во, мы здесь не были, кстати, Димас, давай сюда. Пошли. Здесь... Блин, страшно, возьму я рвушечку. О, чувак стоит, подмышки сушит. Во, я там тебя на камере даже видел, камеры Димас, стоят. Смотри, видишь? Вот, смотри, видишь пульты? Ой, я тебя видел только что на камере. Вот, я тебя вижу. Класс, а ты видишь камеру саму? Да. Блин, классно сделано, да, ребята? Четко. Я тебя даже тут вижу, на большом экране. Подожди, может что-то открыть можно двери, а ну-ка? Ну-ка давай, нажимай. Так, здесь ничего. Смотри, что-то откроется. Вот это контролирующая комната, типа написано, control room. А это типа лаборатория. О, здесь что-то выращивают. Мне кажется, это какой-то навоз. Они какие-то опыты здесь проводят. Да, над людьми. Аниматроник. Дружищенька. Блин, да что он не пускает туда? Чего вы там скрываете? О, пропустите там нас. Мы до... Да ну что такое? А, он сзади тебя. Он был сзади. О! Дипера просто... замочили. Смотри, ножик в руке, Димас. Ой, я только увидел. Ножик в руке. И нифига себе ножик. Ножик непростой. Он может нам угрожать. Воу. Блин, эта дверь, она... Оу. Она может нас закрыть. А-а-а. Ты видел? Он там был, прямо за дверью. Он стоял за дверью, за той. Вот открой дверь, он там стоит. Прям здесь, за дверью сразу? Ну, он там стоял. Вот он. Вообще легко слаживаем. Может, то выход с этой карты? Наверное. Выход с музея. Они нас не пускают. Посиди здесь, подумай над своим поведением. Воу. Тихо, 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 ребята. Не мешайте нам. А он же сдох. Чика. Чика ушла. Как я здесь на чеку посижу. Ты видишь меня? Я перезаряжусь. Я постараюсь выйти, смотря на всех. Оба-на, Дима! Ну! Ай-яй-яй, Димончик меня подгасил. Гранаты не берут. Может, взрывы их вообще не берут? Это... Аниматроники антивзрывы? О, нет, РПГ берет. Убили. Гасим, гасим, потихонечку. Так. Ребята, уходите. Это наша карта. Все, мы зачистили. Еще одна граната. Yeah. Красота. Ё-моё. Эндоскелет живой остался. Вон он, эндоскелет. Сейчас мы его по красоте. О! Смотри, кто бы приходил у нас тут. Это Димас. Ты посвети их фонариком, смотри, там и мангал, и все. Я ж ничего не делал, чё меня убил? А трупы не исчезают ихние. Класс. Уже сколько времени лежат. Пусть лежат. Она мертвая или живая? Я не вижу. Живая, походу. Проверим. Марионетки. И я боюсь даже двигать камеру. Я не тоже. Сейчас, вот если маленький рывок делать, есть. Они сразу могут убить тебя. Я знаю, есть. Валим эндоскелета. Супершар! Ты видишь, как он зачистил четко? Ой-ой-ой, фонарик мне отключил. Он прямо передо мной. Где эндоскелет? Эндоскелет, уша.
Ай-яй-яй, боюсь. Так на меня. Ай, не трогай меня. Где он? Уйди. Какой он страшный, все. Уйди, я уже боюсь. Мне кажется, мы тогда его убили, а он все равно. А, фиолетовый убил. Человек. Опа, я видел. Тихо. Это жесть. Он со спины заходит, представляешь? Сломанный, интересно, а что за твоей дверью, что они нас не пускают? Ну что там? Кусок золота. Вообще ни о чем. Больше. Ну все, продвигаемся. Опа, ну откуда? Да сколько их тут валяется трупов, ребята? Смотрите, ага. Сколько аниматроников. На карте это не исчезает, трупы. Это класс. Прям гора целая. Не попадаю, что ли? Урон не проходит. Воу, смотри, кто появился. А кто это такой? Я не знаю, кто это. Смотри. Это жесть. Ты видишь? О, забрал. Плюс трапа забрал. А, это плюс трап был? Да, там был плюс трап и этот. И большой еще. Смотри, как трупы раскидываются. На, вроде весело. На Nightmare Freddy даже был это вроде как. Вообще четко гранатку, да, подкинул? Там еще мелкий, Димас, осторожней, мелкий. Ой-ой-ой! У тебя укусил он. Ты что, он опал? Вот это, кстати, опасный чувак. И меня убил. Нет, не убил, напугал. Я вовремя кинул. Видели? Я вовремя стрелял, он меня хотел убить. Смотри, мелкий там. Мелкий. Где-где-где, не вижу его там. Все, там ты его убил. Смотри, еще один. Ты что, невесело раскидывается? Да вообще нереально. Так остался. Вот, смотри, сидячий. Это какой-то Дуна. Да ну ты видел, как он убил меня? Смотри, смотри, смотри. Опа! Его выманивать пошел. Я тебя не боюсь. Цыку. Опа, вот он, вот он. Вот он. Вот он сзади тебя всегда телепортируется. А как его убить? Если он такой резкий. Офигеть, я мочу его, Димончик. Ты когда отворачиваешься, я могу его мочить. Ого. Он все быстрее и быстрее становится. Не-не-не. Тихо, тихо, он сейчас меня, на меня сагрится. Я попадаю, смотри, понимаю, он уже весь, в крови. Он уже весь в крови, но все равно дальше. Есть! Ребята, видели какая тактика? Поэтому надо всегда отворачиваться. Он все равно со спины убивает. Смотри, какой он страшный. Окси страшный какой, смотрите. О, Чика. Вау, это что там такое? А ну идем ближе, подойдем. Наркомания. Так я закрываю двери за собой. Закрывай. Да? Можно было спуститься, Димас. А, вот тут машина, типа мы сбежать можем. Наверное, Димон, есть вторая часть этой карты. Должно продолжение быть по-любому. Они вот типа мы сбегаем, да, часть. Машина без колеса. Не, так не пойдет. Сейчас, ребята, мы себе тачку возьмем. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в группу ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!